Продолжаем говорить на самые интересные и важные темы. Одну из них – развитие парусного спорта в Крыму. Обсудим прямо сейчас. У нас в гостях Георгий Шестак, министр спорта Республики Крым, и Ольга Маслевец, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Георгий Яковлевич, Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Георгий Яковлевич, Ольга Викторовна, много сейчас в Крыму говорят о том, что в бытность Крыма украинским парусный спорт чуть ли не планомерно уничтожался все эти 23 года в Крыму. В связи с этим вопрос. Парусный спорт в Крыму нужно развивать или заново создавать? Вот Георгий Яковлевич, наверное, с вас начну. Да, я хочу несколько слов сказать, что, во-первых, не только парусный спорт при Украине был у нас уничтожен, а все водные виды спорта были уничтожены. При Советском Союзе, мы помним хорошо тоже это время, были у нас и яхты, были у нас и яхт-клубы, и развивался этот спорт достаточно планомерно, как и другие. Но 23 года назад, или более 23 лет назад, значит, кардинально поменялась ситуация в части финансирования водных видов спорта. И закончилось это тем, что все хлебные места, так сказать, у моря были заняты, приватизированы, просто сворованы, если можно так сказать, то, что сейчас мы занимаемся тем, чтобы возвращать. Ну и парусный спорт у нас стоял уже более 2 лет, как существует Министерство спорта. Первым вопросом стал восстановление водных видов спорта. И первое действие мы сделали по парусному спорту, пообещали ставки, и даем сейчас ставки. В Черноморском есть у нас уже специалист в Евпатории, Щелкина. Это вы имеете в виду ставки тренером? Для парусного спорта. Поэтому потихонечку сдвинулся вот этот у нас с места эта проблема. И сейчас, тем более, сейчас, я думаю, вы зададите много вопросов нашей, я скажу, знаменитой уже вот в данный момент в новой истории Крыма, Оле Маслевец вопросы, потому что она специалист высшего класса. Вот, и мы надеемся, конечно, сейчас сражаемся за ее участие, так как она честно выиграла критерии отбора, лицензию на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И поэтому, пожалуйста, если есть возможность, вот давайте ей вопрос зададим, как это происходило. Ольга Викторовна, прежде чем вы расскажете о том, как это происходило, скажите, пожалуйста, все-таки в Крыму и в Российской Федерации парусный спорт из себя что представляет? Потому что мы знаем о яхтинге, мы знаем о кайтбординге, о виндсерфинге. Это все направление парусного спорта? Если да, какие еще направления здесь в Крыму имеют перспективы развития? Это все входит в понятие парусного спорта в широком смысле этого слова. Есть просто олимпийский парусный спорт и вообще парусный спорт. То есть все виды яхтинга, кайтсерфинг, виндсерфинг, все это входит под крыло парусного спорта. Но ваш вид спорта, в котором вы призер, это вот что? Сам олимпийский парусный спорт – это 10 классов яхт. И среди них женский виндсерфинг, класс RSX, монотип. Доска у мужчин, мужской RSX, тоже монотип, он немножко отличается, там побольше паруса, и у женщин паруса 8,5 квадратных метров. Все на одинаковой снаряге выступают, и это все входит в олимпийские виды. Продолжая тему подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, ну вот, наверное, с Ольги Викторовны начнем. Перспективы у крымских спортсменов, возможно, на своем опыте вы все-таки прошли эти отборочные этапы, каковы? Ну, дело в том, что очень долго в спорте, как и я, так и Максим Оберемко, которого уже подтвердил Международный олимпийский комитет на участие в Рио за Украину. То есть он прошел свои этапы отбора и получил разрешение от МОКа. Он будет представлять Крым и Россию на Олимпиаде в Рио. Это будет его 6-я Олимпиада уже. То есть это опытный спортсмен, у которого очень большие шансы выступить очень успешно. Но речь идет при о яхтинге. Условии. Нет, это тоже парусная доска RSX, тоже виндсерфинг, олимпийский виндсерфинг. Это мой муж и жена много лет вместе занимаемся. У одного тренера росли, у Оберемко Владимира Анатольевича. Спортивная династия зарождается. Да, в некотором смысле. Георгий Яковлевич, скажите, пожалуйста, ну вот Ольга Викторовна говорит о том, что, приводя примеры, конкретные фамилии, да, действительно, в Крыму парусный спорт развивается. Что в Крыму надо сделать и что делается для того, чтобы этих условий для победы, достойного участия в разного рода состязаниях, олимпийских в том числе, было достаточно? Ну, уже давайте говорить так, что делается. Конечно, у нас 2 звездочки, 2 лидера. Мы знаем, что молодежь идет за лидерами. Это Оберемко Максим. Вот тоже мы будем болеть, как он выступит в Рио-де-Жанейро. Посмотрим. Но
Мы делаем уже, есть движение вперед. Естественно, что какие-то маленькие деньги даем на учебно-тренировочные сборы, но проблема усугубляется тем, что это не базовый вид спорта. Базовый вид спорта, у нас 14 базовых видов спорта, это олимпийских и 6 неолимпийских. И финансировать мы субсидии, которые дает нам Москва. Вот в том году мы получили 54 миллиона, и в этом году будем осваивать эти деньги. Сейчас ведем переговоры и должны подписать соглашение. Но, тем не менее, вот именно на этот спорт первоначально не поставила Москва базовым видом спорта. Сейчас мы боремся, я думаю, однозначно будем доказывать. И после Рио-де-Жанейро этот вид спорта мы проведем базовым видом спорта. И мы сможем конкретно помогать. Когда наши спортсмены вернутся с медалями, совершенно это будет верно. Новым импульсом. Но, тем не менее, ставки мы даем сейчас им. Вот сейчас мы рассматриваем вопрос финансирования. Ребята едут, вот те, которые тренировались эти, ну, два, вот пошел третий год, да, ребята на кадетах, там, Севпатории, Симферополе, вот мы открыли две новые ячейки, так сказать, и отправляем их в Таганрог, они будут там принимать участие. То есть, что от нас зависит, мы все возможное делаем. Тем паче, что хороший сейчас пришел президент. Первоначально нам нужно Вы было... Вы имеете в виду Федерацию парусного спорта? Президент Федерации парусного спорта. Крыма. Первоначально их менялось два раза, да? Один раз менялось. Угу. Ну, на мой... Значит, я... Приоритет имею в этой части, я скажу, два раза менялся. То один пришел, второй. Ольга Викторовна, Георгий Яковлевич, да, говорит о том, что власть делает все возможное или даже невозможное для развития. Вы как спортсмен кадровый и, так сказать, вот профессиональный, что скажете на этот счет? Спорт парусный в Крыму развивается благодаря или вопреки? Ну, наверное, пока очень сложно, да, с развитием, поскольку структура, наверное, да, структура самого спорта в Крыму еще не сформировалась, поэтому... Как бы очень тяжело получать поддержку от Минспорта, потому что они сами еще не могут многого. Но надеюсь, как только уже сформируется все в полной мере. Потому что есть проблемы с материальной частью, которую не могут купить. Есть проблемы с выездом на соревнования за границу, которые не могут оплатить. Там с зарплатой для спортсменов, которые не могут пока платить. Но хотят это сделать, да, пытаются, оформляют все. Но бюрократическая машина все-таки свое берет и... Задержка очень большая, конечно, если бы все как часики работало, как, например, в самой России, да, где уже все во всех регионах отработано, конечно, это было бы большим ускорением в развитии парусного спорта. Но с другой стороны, спортсмены не могут без препятствий, как они в таком спортивном случае будут развиваться. Характер закаляется. Георгий Яковлевич, тем не менее, вот у нас же спорт есть, как бы мы не отделяем, а с другой стороны отделяем взрослый, детский. Сейчас пока, если мы говорим о парусном спорте, вот до детского спорта руки не дошли, или вы вот в перспективе, так сказать, в фокусе своего внимания все стороны деятельности в этом направлении удерживаете? Ну, конечно же, тут разделять бессмысленно. Почему? И мы первично нужны специалисты. Вот мы определили 8 ставок. Смотрите, нашли 4. У нас же проблема специалистов найти. Это не только в сфере физической культуры и спорта. Те же тренеры-преподаватели. И где найти? Их надо обучать, их надо переобучать. И в отношении финансов тоже Оля абсолютно грамотно сказала. Почему? Потому что, возьмите, я не имею права ее финансировать. То, что мы могли, там учебно-тренировочные сборы, мы все возможное делаем. Но, тем не менее, спасибо, у нас глава понимает ситуацию. Он 2000 евро сейчас вот нужно было, чтобы участвовать. Вы имеете в виду главу республики? Совершенно, Сергей Аксенов. Совершенно верно. Да. Вот Ольга Маслевец, значит, выезжает на соревнования за свой счет. Москва даже не удосужилась ее включить в список участников вот этого последнего мощнейшего турнира, на котором определялось, значит, критерии отбора на Олимпийские игры. Ольга Викторовна, это досадное недоразумение или это часть вот тех Мне ситуаций политических? Мне хочется верить, которые... что это досадное недоразумение и что интриги не имели влияния. Но пока, к сожалению, сложная ситуация в сборной России, не совсем понятная. Но я надеюсь, просто там сменилось руководство, главный тренер поменялся. Сейчас пришла очень профессиональная женщина во главу всего парусного спорта России, именно олимпийского. И я надеюсь, что Наталья Борисовна Федорова сможет все сделать правильно и подготовить. Вы говорите о том, что и вы, и ваш супруг, вот как бы, да, не новички в этом деле. В спорте парусном всегда так было непросто подготовить спортсмена к участию в состязаниях таких титульных? Любого Или это спортсмена. Вот связано с политическими какими-то ситуациями? Любого олимпийского спортсмена очень сложно подготовить, потому что спорт настолько профессионален сейчас и требует такого
вложение в спортсмена, не только финансово, но и от самого спортсмена, огромной самоотдачи, тренировок, подготовок и большого участия других специалистов, таких как медики, таких как психологи, потому что олимпийский спорт находится на высочайшем уровне. Просто сам спортсмен не может этого потянуть. Георгий Яковлевич, все-таки получается так, что очень много на плечи самого спортсмена ложится. Кем надо быть, что надо уметь и сколько зарабатывать для того, чтобы позволить себе такую роскошь, как участие в парусном спорте? Ну, я не понаслышке эту ситуацию знаю, потому что воспитал сам первого в истории Крыма олимпийца Степаняна Александра по греко-римской борьбе. И знаю, какие затраты на него шли мне. Я специально создавал фонд благотворительный, чтобы туда вовлекал бизнесменов, чтобы помогали этого спортсмена достойно тренировать, питать, устраивать, чтобы он комфортно себя чувствовал. Но усугубляется вот в данной ситуации значит, тем, что очень финансово затратный вид спорта парусный. Амуниция стоит достаточно огромных денег, это не борцовки, не трико, предположим. Я уже не говорю о других тех моментах, которые присущны этому виду спорта. Поэтому все то, что присущно сейчас Оле Маслевец, она знает лучше, и она поделится сейчас, сколько, или может это коммерческая тайна, сколько такого класса спортсмена, сколько стоит. Ольга Викторовна, сколько? Наверное, дело в том, что назовите сумму и закончу. Это некорректно, наверное, называть совершенно сумму, потому верно. Что в одних странах тратятся одни деньги на подготовку спортсмена такого же уровня, да, в других странах другая сумма. А у нас, как всегда, на харизме. На харизме в том числе. Спасибо большое, Ольга Викторовна, Георгий Яковлевич, за ваш компетентный комментарий. Мы не прощаемся с вами, увидимся в следующих выпусках.